Большая страна голосует. Среди 13 опрошенных кумертаусов лишь 2 человека ответили, что они не пойдут на выборы. Нет. Почему? Не хочу. Остальные респонденты готовы исполнить свой гражданский долг и считают, что от каждого голоса зависит будущее страны. Вот это обязательно, чтобы они участвовали в выборах, чтобы каждый голос их прошел за ту партию, которую они вот избрали себе. Ну, выборы – это самое главное у нас. Народ все выбирает, наше правительство. Кто будет руководить нашей страной? Потому что от выборов зависит, наверное, наше будущее, если так считаем. Конечно, обязательно пойдем. Всей семьей, наверное, я так думаю. Это же от нас зависит состояние нашей страны. От нашей активности, наверное, и зависит будущее нашей России, нашей страны. Ну, я же народ. Народ должен голосовать.